На Центральном федеральном канале показали очередной выпуск «Бесогон ТВ». Тема – критика Ельцин-центра. Это далеко не первый выпуск «Бесогон ТВ», но вот что удивляет. Это же критика либерального подхода. Как это возможно? Как это допустила власть последователей Ельцина? Или все-таки есть надежда, и мы видим пробивающийся росток критики на центральных каналах? Чем запомнился период правления Ельцина? Будет ли критика власти продолжаться и с какой целью все-таки возведен Ельцин-центр? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, историк советского периода Игорь Пыхалов. Ельцин, конечно, запомнился тем, что его правление – это был один из самых позорных эпизодов нашей истории. Потому что это период, когда, во-первых, с непосредственным участием Ельцина страна была разделена на куски, причем то, что она искусственно разделена вопреки желаниям большинства населения. Вместо большой России, которую мы имели, у нас остался какой-то огрызок. То есть мы потеряли даже те территории, которыми владели еще с 17 века. И сейчас только начинаем как-то их робкие собирания. Запомнилось также, что у нас было катастрофическое падение уровня жизни, развал как бы всего и вся, то есть развал армии, образования, науки, промышленности, полное позорище на международном уровне, когда адапт экономики все вытирали. То есть 90-е годы – это время национального позора. Позорного правителя в позорный период власть восхваляет. А вот многие предыдущие правители России в музее оплеваны. Но почему? Безусловно, что для того, чтобы восславить четвертого правителя, нужно всячески очернить его предшественников. Потому что если правитель сам по себе велик, то он в таком оплевывании не нуждается. Если мы вспомним того же Сталина, то во времена его правления, уже конца 30-х годов, у нас вполне положительно оценивается и революционный период истории, снимаются те же самые фильмы про Александра Невского, про Минина и Пожарского. То есть такое оплевывание истории – это признак слабости и никчемности действующей власти. Ельцин – это знамя вот нынешних либералов, которые сейчас не пользуются поддержкой населения. Это совершенно очевидно. Их поддерживает где-то несколько процентов от населения, таких вот именно упертых сторонников Запада. И поэтому они сознательно пытаются восславить эту фигуру, то есть Ельцина. И вот что странно, на канале, восхваляющем либерализм, допустили его же критику. Что это, ошибка или есть надежда, что это станет тенденцией? Это напоминает известный Пасек Крылова, кот и повар, кот спёр в кухне цыпленка, а повар ему в это время обращается с увещеваниями, кот, естественно, не обращает на него внимания и продолжает свою деятельность. У нас то же самое. В последнее время мы часто слышим критику так называемого либерального блока в российском правительстве, что они ведут неправильную экономическую политику, от этого у нас всякие проблемы возникают, но, тем не менее, все эти люди продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало. То есть это такое сотрясание воздуха, которое ни к чему не приводит. Конечно, с одной стороны, это хорошо, что у нас сейчас такая критика звучит на федеральном канале, но обращаться этим не следует, потому что никаких выводов из этого пока что не достигает. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».